Привет-привет, меня зовут Инна. Девочки, сегодня будет видео о моем заказе Faberlic. Огромном заказе, все чистящее, моющее для уборки. Все для того, чтобы наша квартира была чистой и уборка была нам только в радость. Я всегда открыта новым продуктам, я всегда люблю пробовать то, что не пробовала, либо же всегда возвращаюсь к тем продуктам, которые я 100% уверена, что работают, устраивают меня по цене, и зачем что-то искать и переплачивать, если можно купить, и ты 100% будешь уверен, что это средство сработает. Так произошло и с Faberlic. Как меня только не уговаривали подписаться, я отказывалась, я говорила, нет, я делаю заказ в принципе редко, поэтому мне не стоит труда заказать это у консультанта, но, вы знаете, никогда не говори никогда, и я взяла и подписалась только из-за того, что у меня просто катастрофически нет времени даже заказывать, даже ходить где-то по магазинам, а тут с удовольствием я беру в руки каталог, полистала, что-то выбрала, тем более... Реально что-то вот прям заканчивается, когда под ноль, и ну нет времени идти в магазин покупать. А тут можно легко и просто все это заказать. В общем, я подписалась я в прошлом месяце, а в этом месяце, вот с 21 сегодняшнего дня, с 21 сентября действует акция очень крутая. Не упустите ее, если вы еще не консультант, но назовем это, мне не очень нравится слово консультант, потому что лично вот я подписалась для себя, просто для себя. Поэтому, если вы хотите подписаться, я оставлю ссылочку на своего директора, на Юлечку. Очень классная девочка, она ненавязчивая, это я очень сильно ценю, потому что я терпеть не могу, когда звонят, навязываются, постоянно какие-то часовые консультации. Здесь все очень быстро, коротко, четко, все по теме, никаких отступлений. Регистрация простейшая, переходите к ней по ссылочке, сами зарегистрируйтесь и все. И вы устанавливаете приложение на телефон и можете спокойно заказывать себе продукцию с 20% скидкой. Как я и сделала. Итак, какая же акция в этом месяце? Компания дарит 30 рублей подписавшемуся в этом месяце на счет. То есть при заказе на 75 рублей по цене каталога, то есть у вас еще отнимется скидка 20% и отнимется вот этот подарочный сертификат, вот эти деньги 30 рублей. То есть вам там останется очень мало копеек заплатить, ну, условно скажем, копеек. А если вы закажете на 90 рублей, то у вас отнимется скидка 20%, отнимутся эти 30 рублей, и вы еще получите в подарок упаковку стирального порошка. Я упустила эту акцию, потому что мне не терпелось подписаться, я подписалась в прошлом месяце, но и там были тоже мне подарочки, что мне очень приятно. Итак, давайте я вам покажу, что я заказала в этом заказе. Давайте начнем с того, что я заказываю уже очень давно, не в первый раз, и очень давно, чтобы вы понимали, лет 10 назад я познакомилась компании Faberlic, и вот уже лет 10 я это заканчиваю. Самое мое любимое, то, что вот я просто обожаю всей душой, и я 100% знаю, что это средство выведет любое пятно. Это карандаш-пятновыводитель, универсальный. Чтобы вы понимали, у меня там на фоне ребенок разговаривает. Она всегда начинает активно разговаривать, когда слышит, что я разговариваю. Этот пятновыводитель выводит, чтобы вы понимали, пятна от одуванчиков. А от одуванчиков вы не выведете ничем пятна. Пятна от ягод, от крови. Пятна, у меня даже вывел этот пятновыводитель пятна от краски. Я села в джинсовой юбке на окрашенную скамейку, и краску я вывела этим пятновыводителем. Когда у меня был первый ребенок, это было 10 лет назад, я познакомилась с этим пятновыводителем, я повыводила, у меня нет ни одного, знаете, такие вот боди, которые, ну, уже все, им просто конец. Вот у меня нет ни одного такого боди, все слюнявчики выведены, все пятна вот этим пятновыводителем. С тех пор я просто его обожаю и дружу. Единственное, здесь рекомендуется оставлять этот пятновыводитель, да, 10-15 минут, но это неправда, оставлять на ночь. Вот это будет 100%, что вы выведете. То есть намочить это пятно, я делаю, обычно намачиваю целиком эту вещь, полностью натираю карандашиком этим, там, где вот эти пятна, начинает выделяться кислород, я оставляю эту вещь на ночь, потом просто обычно стираю или руками, или в стиральной машинке. Все, от пятен не будет следа. Эту вещь я покупала, покупаю и буду покупать, дарила подружкам каким-то своим, за нее я просто ручаюсь и всем-всем очень советую ее.
Следующее мое любимое тоже, что я уже заказываю очень много раз, это пятновыводитель. На этот раз у меня он для белых вещей. Я заказываю и для белых, и универсальный. Всегда добавляю его к стиральному порошку, особенно если стираю постельные, светлые, маечки какие-то, носочки, в общем, все такое всегда добавляю, потому что на стиральные порошки я не рассчитываю. Как бы красиво на них не было написано, они не будут так выстирывать, если не добавить какой-то универсальный пятновыводитель. Поэтому вот этот порошок, это вообще бомба. Знаете, когда я попробовала его самый-самый первый раз, мне сказали, замочи всю свою ветошь, мне очень понравилось это слово. То есть какие-то там лифчики, в общем, все, что есть белого цвета, но оно уже такое серого стало цвета. И я все это замочила, засыпала вот этим кислородным отбеливателем. Просто космически, как все это выбелилось. Вот, ну, настолько была явная разница, вот белоснежная вещь и такая уже серенькая. Мой детеныш там не умолкает. В общем, вот эту штуку я всегда тоже постоянно заказываю и не представляю своей стирки без него. В Faberlic появился новый стиральный порошок, вот такой интересный. Он заявлен как биоминеральная формула, такой вот, знаете, натуральность, с таким отзывом на натуральность, в общем, с заявочкой на натуральность. Вообще, я скажу вот по-честному, я не очень-то доверяю порошкам, если я кладу в стиральную машинку вещи, которые требуют вот замачивания, застирывания. То есть, ну, не отстирает стиральный порошок, например, жирные какие-то пятна. То есть я всегда добавляю пятновыводитель или всегда добавляю отбеливатель. Поэтому порошок неплохой, он очень классно справился с жирненькими маленькими точечками, пятнышками. Я жарила оладьи, этот порошок справился с этими точечками, которые оказались у меня на майке. Но, тем не менее, я рекомендую добавлять пятновыводитель. Следующее – это жидкое мыло для кухни, жидкое хозяйственное мыло для кухни. Вообще, я очень люблю, чтобы у меня на кухне было мыло. Обычно я покупаю хозяйственное мыло для кухни твердое. Но я уже давно не делала заказ с того сайта, на котором я покупаю это мыло, и решила заказать Faberlic. Я, во-первых, всегда мою руки мылом после того, как я там что-то помыла, убрала, посуду помыла, потому что все равно руки остаются жирные и пахнут таким, знаете, кухонным. Тряпочки стирать, которые тоже на кухне, я тоже часто стираю мылом, потому что они начинают затухать, вонять начинают, я думаю, вы все это прекрасно знаете. И то есть, конечно, тряпочка прослужит гораздо дольше, если ее простирывать хотя бы там, ну, через 2-3 дня. Поэтому я мыльце очень люблю, оно, в принципе, очень экономичное, очень такое, знаете, ну, капелька надо, там даже руки помыть, даже часто бывает, что ребенок приходит с улицы, идет руки мыть не в ванную, а идет руки мыть на кухне, потому что там стоит вот это вот мыло. У меня с ароматом весенние цветы, в следующий раз хочу заказать с ароматом кофе, который устраняет запахи, мыльце мне тоже очень нравится. Ну, а теперь новиночки, то, что я не заказывала никогда, а теперь я буду заказывать постоянно, особенно вот такую вот штуку, концентрированное средство для мытья посуды. Девочки, это концентрированное средство, то есть один флакон равен трем, его разводить нужно 1:3. Я попробовала маленькую капельку, потому что мне сейчас просто не в чем развести, я жду, когда закончится мое средство для мытья посуды, и там хочу развести. Буду разводить по стаканчику 100-граммовому, то есть на 100 грамм жидкого средства нужно еще 200 грамм воды, и у вас получается в 3 раза больше средства. Мне кажется, тут просто, ну, я не знаю, экономика экономная, ну, вообще супер. И по цене выйдет очень классно, дешево, и по уборке, то есть очень долго будет оно не заканчиваться, потому что вы знаете, как резко заканчивается средство для мытья посуды. Вот, поэтому мне оно очень понравилось, даже в концентрированном средстве оно классно моет, пена хорошая, и нет такой, знаете, вот пены, я не люблю фейри, я фейри уже давно не покупаю, когда ты эту пену просто полчаса надо смывать, просто она настолько пенная, что полчаса надо смывать. Здесь пена, ее достаточно настолько, чтобы помыть посуду, и плюс она хорошо смывается. Я вот этим средством довольна на 100%, я всегда была в поисках какого-то интересного такого экономического и хорошего средства для мытья посуды, и я его нашла. Универсальное чистящее средство для ванной комнаты.
Я не могу сказать, что оно мне понравилось как средство для уборки именно ванной, потому что у меня есть мое Санфор красный, который я никогда ни на что не променяю, который вот он действительно классно моет. Но мне понравилось это средство для мытья плитки, именно вот из листкового налета и плитки. А, опять же, его нужно не оставлять там на 10-15 минут, как заявлено, а чтобы хорошенько постояло. Я делала так, я смачиваю тряпку, который я мою пол этим средством и одеваю на швабру и просто прохожусь по стенам, которые вот окружают ванную, да, куда именно попадает вода, потому что плитка становится такая, знаете, как матовая такая, вот этот известковый налет, вода у нас очень жесткая, известковый налет часто образуется, он постоянно образуется. Я нанесла и ушла гулять либо с Дашкой, либо ушла на тренировку, то есть чтобы было часа, ну, у меня получается часа два не меньше. Потом просто я дождик все это смываю и опять же той тряпкой для пола, шваброй, просто вот так вот стираю все это, все, плитка становится глянцевая. Мне этот эффект понравился, другого мне в принципе-то и не нужно, известковый налет убрала, все чудесно, все здорово. Поэтому вот эти вот мыльные разводы на краниках, известковый налет, даже раковину, такое, знаете, где вот уборка должна быть быстрая, то есть вот быстренько как-то убрал, это вот средство сработает быстро в ванной, вот знаете, такая уборка, которая требует, я сейчас правильное слово подберу, такая ежедневная уборка, то есть что-то быстренько протереть, то, что мы делаем каждый день, там практически пока чистим зубы, вот этим средством это сделать можно. Так, ну и средство, которое чистит духовки и плиты, которое, когда я в Инстаграм выложила все вот эти свои покупки и написала: девочки, напишите, какое ваше любимое средство, чтобы я в следующий раз обратила на него внимание, либо заказала. Мне очень много людей писало, что средство для плит духовок, средство для плит духовок. Вы знаете, у меня нету такого чего-то сильно жирного попробовать, вот, прям чтобы увидеть прям действительно вау-эффект. Но, и вот это средство стояло у меня почти месяц, я не знала, на чем его применить, но я нашла такое вау жирное, это моя вытяжка, решетка для вытяжки, которая над плитой. Я про нее и забыла, на самом деле я ее очень редко мою, потому что реально я про нее просто забываю. А вчера я провела эксперимент, сейчас я вставлю вам картиночку, вы все сами увидите, насколько быстро и просто само вымылось вот этим средством. Фокус и смысл в том, что, знаете, я тоже губочкой намочила, распределила и ушла гулять с Дашкой. Через 2 часа я вернулась, я просто щеточкой просто вот так вот прошлась, то есть я не чистила, я не прилагала никаких усилий, и просто под водой смылась, жир смывался, как смывается, знаете, пена там с тарелки какой-то, как смывается любое вот пенное средство. Я просто была в шоке, насколько, знаете, кислород подействовал, то есть во всех продукции Faberlic действует кислород и участвует, и работает. Поэтому все это вспенилось, все вот это жирное, то есть оно не просто стала, ну, куда-то исчезла, а я пришла и увидела на вытяжке, на решетке, на этой пену, то есть вспенился вот этот кислород, заработал и просто все это смылось. Чудо средство. Кстати, моя мама покупает его по 4 упаковки. Но у нее свой дом, у нее там русская печь, у нее там чугунки, короче, вот там можно эксперименты и опыты проводить вообще, чем я, наверное, и займусь. Она покупает по 4 таких упаковки. Ну, мне, в принципе,
такого супер чего-то грязного нету, но, тем не менее, для какой-то сковородки рано или поздно оно понадобится. Ну и заключительная моя покупка – это водный спрей, освежитель воздуха. Чем мне очень понравился этот спрей, я его просто вот, ну, просто, я бы его и не заказывала, ну, просто так, вот просто потому, что захотелось попробовать. Прикол в том, что это водный спрей, то есть это не баллончик под давлением, это просто пульверизатор, который просто устраняет неприятный запах. То есть вы не будете слышать аромата каких-то там свежих фруктов, свежих там лилий, аромат после дождя. Он есть, конечно, он пахнет, ну вот если просто понюхать, но это средство устраняет неприятный запах. То есть я думаю, вы знаете, что хуже, чем аэрозоль, смешанный с неприятным запахом, не пахнет даже неприятный запах. Я думаю, вы меня поняли. Когда брызгаешь, и все это смешивается, то есть там вообще до тошноти становится. Вот это средство, оно просто нейтрализует неприятный запах, и тогда не пахнет ни тем, ни тем. Я думаю, вы тоже меня поняли. И мне это так нравится, то есть не воняет вообще вот этим резким, когда там в туалет даже невозможно зайти, вот этим там цветочным каким-то или еще там каким, который я даже до конца не могу даже использовать вот эти аэрозоли, потому что они настолько едкими становятся уже, ну, как-то привыкаешь к ним. А вот этот, он просто нейтрализует. Мне это так понравилось. Это просто супер штука. И я теперь, когда ухожу гулять из дома, я прохожусь там где-то по каким-то, знаете, на кухне там, иногда что-то там жаришь или варится что-то и пахнет там в туалете, в ванной, все это вот нейтрализует, и получается не пахнет ничем, просто пахнет чистотой и свежестью. Ну вот, и все, показала я свой заказ, показала, обязательно покажу следующий заказ, там уже будет что-то косметическое, я уже там кремы заказала, маски, в общем, там будет уже такое, другая совершенно тематика, но я обязательно закажу еще кое-какие вещи, которые я хочу попробовать тоже для уборки, тоже вам покажу. Так что, девчонки, подписывайтесь на Faberlic, поверьте, это вот, я подписалась и думаю, я не делала этого раньше. Даже хоть вы заказываете раз в полгода, даже хоть очень редко, все равно это скидка 20%. Это не может не радовать. Это приятно. Ну и плюс еще от компании бонусы. Тоже очень приятно. Оставляю вам, напоминаю, что ссылочку на Юлю. Переходите к ней по ссылочке. Регистрация простейшая. Фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, e-mail. Все. Там настолько просто. Никаких паролей и явок. Просто очень все просто. И по предложению вы просто выбираете и все видите, то есть вы сами себе, сами хозяин своей жизни, в общем, как-то так. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, я там выставляю больше всегда роликов, больше всегда каких-то экспериментов. Ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока, и не забывайте написать, что вам очень нравится Faberlic, потому что я тоже хочу обращать на это внимание. Спасибо большое.